Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире авторская программа «Культурный слой» и я ее ведущая Любовь Почерникова. Главная тема этого выпуска – предстоящий юбилей поэта-символиста Константина Бальмонта. День, когда в нашем регионе пройдут праздничные мероприятия, посвященные 150-летию нашего земляка, не за горами. Но работа над памятником поэту до сих пор не началась. Почему так получилось, расскажем в нашем репортаже. Идея увековечить имя выдающегося поэта Константина Бальмонта в бронзе витала давно, еще задолго до предстоящего юбилея. На родной для поэта Шуйской земле заблаговременно провели конкурс среди скульпторов, которые предложили свои варианты, как именно должен выглядеть монумент. Конкурсная комиссия дала предпочтение работе Салавата Чербакова, народного художника России, но с условием, что данный памятник будет изготовлен за счет спонсорских средств. Установить двухметровую фигуру поэта с постаментом в виде солнца решили в литературном сквере Шуи. Однако возникли финансовые трудности. На сегодняшний момент мы понимаем, что фонда имени Константина Дмитриевича Бальмонта денежных средств недостаточно на установку памятника по предложенного господином Щербаковым. Стоимость его порядка 4,5 миллиона рублей. И учитывая то, что в 2017 году, в текущем году, Константину Дмитриевичу Бальмонту исполняется 150 лет, Игорь Бычков предложил подарить городу памятник. Единственное, что попросил шуйский скульптор Игорь Бычков, это оказать помощь с материалами. Речь идет о сумме в 1 миллион рублей. Скульптуру, предложенную Бычковым, городские власти предложили разместить рядом с литературно-краеведческим музеем. Но окончательное решение об установке альтернативного памятника тоже не принято. Проект Игоря Бычкова нравится далеко не всем, и в первую очередь родственникам поэта. По нашей информации, не готовы утвердить этот эскиз и в областном департаменте культуры и туризма. Но вместе с тем, именно этот проект стал вторым по популярности у конкурсной комиссии после работы Салавата Чербакова. Если мы берем памятник Бычкова, он неординарный, а он более легкий, более динамичный. И я думаю, это он был бы более концептуально подходящим к тому месту, в котором его предполагается установить. И начиналось бы местом начала экскурсии по городу Шуя. По мнению Сергея Рощина, оба проекта достойны того, чтобы претворить их в жизнь. Ведь один памятник, или даже два, гораздо лучше, чем ни одного. В той же Франции память поэта увековечена по инициативе жителей. Мы были, вносили грант, посещали место, где провел последние годы Константин Бальмонт. Посещали этот маленький городок французский. Мы удивились тому, что там, во Франции, вот в этом городке его считают своим. Родным поэтом, несмотря на то, что он русский поэт. Вот. И именно жители этого города, они сами выступили с инициативой один из скверов переименовать именем Константина Бальмонта и установили памятный знак. Пока решается, на каком варианте остановить выбор, уходит драгоценное время, и решение такого важного вопроса затягивается. В ближайшее время мы, наверное, получим окончательный ответ от фонда, все-таки будет ли этот памятник, и когда он будет памятник. И после этого мы проработаем вопрос с Игорем Бычковым, насколько мы готовы принять в дар его, соответственно, работу. Мы разговаривали с Бычковым, он сказал следующее, что если в апреле он начнет работу, то к 150-летию он успеет изготовить свой памятник, который он предлагал. Если в апреле он не начнет эту работу, соответственно, конечно, будет очень проблематично к 15 июня установить памятник. К этой дате планируется открыть не только памятник, но и подготовить программу праздничных мероприятий. В Шуе отмечать юбилей поэта планируют несколько дней. Это будет большой всероссийский праздник поэзии. Традиционные бальмонтовские чтения, конференция «Космос» Константина Бальмонта и, конечно же, откроется новая экспозиция в Литературно-краеведческом музее, где будет представлен совершенно новый экспонат – перстень, доставшийся музею после смерти внука поэта Василия Бруни. Родственники Василия Львовича, его сын Лаврентий, известный художник, именно его работами иллюстрирован наш журнал «Альманах. Солнечная пряжа». Он принял решение передать перстень, с которым ходил отец, с которым дорожил Василий Львович, перстень с бирюзой, передать музею. По легенде, этот перстень принадлежал поэту.
В том, что культурная программа будет готова к сроку, сомневаться не приходится. А станет ли кульминацией праздничных мероприятий открытие памятника – большой вопрос. Неотъемлемым атрибутом Дня Победы являются георгиевские ленточки. Их обычно раздают накануне праздника прямо на улице. А если заполучить таким образом заветную ленту все же не получится, расстраиваться не стоит. Красиво оформить ее можно и своими руками. Как это сделать, расскажем в нашей постоянной рубрике «Мастерская». Галина Фролова, руководитель объединения «Декоративная кукла», рассказывает. Идея оформить георгиевские ленточки к Дню Победы с помощью атласных пришла сама собой. Так как у нас ДДТ – это здесь пилотная программа «Юнарней 37», попросили как бы вот сделать сначала пробный вариант для подарков ветеранам. Так как вот я занималась куклами, и попросили что-то новенькое сделать. Я решила оформить именно георгиевскую ленту. То, что получилось в результате, понравилось и ветеранам, и детям. Потому что сделать такие необычные броши оказалось довольно просто. А помогла в этом японская техника канзаши, с помощью которой создают удивительные украшения в виде цветов, заколки, резинки для волос, ободки. Раньше делали из атласных квадратиков, складывали в треугольнички, собирали также эти треугольнички в лепестки с помощью иголки с ниткой. И собирали цветы в разной композиции. Чтобы научиться работать в этой технике, даже человеку неподготовленному потребуется всего несколько часов. Самое главное здесь – аккуратность, так как ленточки оплавляют при помощи огня. Поэтому лучше использовать пинцет, чтобы держать им заготовку. Осторожности требует и работа с клеем-пистолетом. Детям необходимо работать только под присмотром взрослых. Последние несколько лет, когда мы ходим на парад Победы, мы всегда прикрепляем георгиевскую ленту. В этот раз она будет особенная, потому что я сделала ее своими руками. Для работы подойдут атласные ленты различной ширины и цветов. Потребуются ножницы, свеча или зажигалка, пинцет, клей, замочек и бусины для украшения. Мне уже самой не терпится попробовать оформить георгиевскую ленточку. Галина Михайловна, научите? Обязательно. Что нам потребуется? Рассказывайте. Нам для этого потребуется георгиевская ленточка. Примерно сантиметров 15-20. Нам потребуется черная атласная лента шириной 5 сантиметров, рыжая ленточка тоже шириной 5 сантиметров, красная, синяя и белая. Мы сначала нарезаем из атласной ленты черного и рыжего цвета по 7 квадратиков. И по одному квадратику красной, синей и белой ленточки. Что у нас получится в итоге? У нас должно получиться с вами вот такое вот канзаши. Нам сначала надо взять один черный квадратик, так. Складываем его на уголочек. Угу. Потом еще раз. Так нам надо согнуть его 3 раза. Вот и третий раз. Сложать между пальцами. Угу. Взять рыжий и сделать то же самое. Туда вкладываем, чтобы он у нас внутри немножко оказался, от черного. Да, вот у нас получилась вот такая штучка. И вот этот уголочек мы подпаливаем. Какой уголок? Вот этот вот уголочек. Много или нет? Ну, чтобы заплавилось. Ой. Ну, возражал-то. Нормально, нет? Да, все. Ну, ага. Теперь нам надо срезать немножко вот этот уголочек. Угу. Конечно, это лишнее немножко. И тоже опалить? Да. С этой стороны мы опалим для того, чтобы она не разбегалась. В принципе, она должна быть вот такая, получится небольшая дырочка. Таких лепесточков для работы понадобится 7 штук. А теперь нам надо сделать уже вот из таких, из цветных, триколора. Мы делаем то же самое, только у нас они получаются не двойные, а одинарные. Мы их тоже так же складываем. Когда все разноцветные лепестки готовы, можно собирать их в веточку. Берем пистолет. Уже нагревшийся. Немножко мы сейчас. Мы берем сначала
соединяем, чтобы у нас получились вот такие две. Да, мы ее сначала. И вот так складываем. Угу. Быстро схватывается? Быстро. Вот раз, два, три, и можно уже отпускать. Угу. Попробуйте сами теперь сложить. То есть одна капелька клея нужна? Да, да? Прям маленькая капелька клея надо. Угу. Таким образом собираем всю веточку из 7 лепестков. Теперь нам надо вставить сюда лепесточки триколора. Угу. Сначала белый. Так, наверх. Вот оно, да. Угу. Также вот сначала сюда намазываем и сюда подклеиваем. Затем точно так же нужно приклеить красные и синие лепестки. Веточка почти готова. Остается только ее приклеить к георгиевской ленте, украсить бантиком из более тонкой атласной ленты и прикрепить застежку. В Доме детского творчества номер 3 считают, что любовь к родине можно привить в том числе и через творчество. Здесь постоянно проходят выставки работ на патриотическую тематику. Это не только рисунки, но и всевозможные куклы, декоративные панно, открытки и даже ковроткачество. Мы вообще давно работаем по направлению патриотического воспитания, и у нас все 5000 детей вовлечены в эту работу. Центром, конечно, патриотического воспитания является школа «Высота». Но все остальные дети, которые занимаются прикладным творчеством, художественным творчеством, хореографией, они все включены в эту работу и дают, эта работа дает большие результаты. В вопросах патриотического воспитания важно заинтересовать детей, а для этого необходимо все время придумывать что-то новое и интересное. Итак, красивая ленточка у нас в руках. А что далее? Возникает вопрос, что же означает этот символ, какова его история и как следует правильно носить эту ленточку. Об этом мы спросили у жителей нашего города. Как вы считаете, где можно носить георгиевскую ленточку, где нельзя? То есть, да, на человеку следует... Я считаю, что георгиевская ленточка должна носиться только на груди. Можно на руке, наверное, носить. Ну, у нас наш классный руководитель нам... Ну, у нас учили по истории классный руководитель, и он нам прицеплял их на портфель. Ну, как бы мы прицепляли их на портфель, вот. Ну, вот так носили. В зависимости от мысли человека. Если человек верит в Россию и в свою страну, то он должен ее носить всегда. Везде, пожалуйста. То есть где, на сумке там допустимо или нет, как считаете? Ну, на сумке не знаю, на человеке, на том, что он постоянно носит, да, пожалуйста. Как вы считаете, что она символизирует, эта ленточка? Точно не помню. Она символизирует то, что, типа, ну, была победа, то есть, над фашистской Германией, то есть, как бы, она дает, то есть, память... То есть тем, кто погиб, кто воевал. Проводим опрос по поводу георгиевской ленточки. Скажите, пожалуйста, знаете, что символизируют эти цвета? Ну, война отечественная, победа. Ну, там оранжевый и черный. Что они символизируют? Не знаю. Черный, пепел, желтый, огонь. Ой, там слава. По-моему, при Екатерине было придумано. Там цвета каждый что-то обозначает. Слава. Доблесть и еще что-то такое. Там черные, желтые полосочки. А что эти цвета символизируют? Победу Российской Федерации. Что-то про историю можете ленточки сказать? Я сейчас не в том состоянии, чтобы что-то говорить. Извините, пожалуйста. Как показал опрос, мало кто знает историю происхождения георгиевской ленточки. И чтобы восполнить этот пробел, мы пригласили в гости Александра Михайловича Семененко, доцента, кандидата исторических наук. Александр Михайлович, расскажите, пожалуйста, как появилась георгиевская ленточка, что она означает? В 1769 году, в разгар русско-турецкой войны, императрица Екатерина II учреждает орден в честь Георгия Победоносца. Георгий Победоносец – это... скажем, герой, который, ну, святой, реальный был человек, который причислен к лику святых. Он считается покровителем российского воинства. Ну и, кроме того, Георгий Победоносец был
изображен как покровитель и на гербе Великого княжества Московского, то есть именно Москвы. Ну и потом сложилась такая давняя традиция, что победоносец, Георгий Победоносец, это человек, сначала человек, а потом уже символ, ну скажем, несгибаемости русского духа, несгибаемости вообще воинского духа. Ну и понятно, что введение такого ордена должно было способствовать, ну скажем так, подъему духа, скажем, стимулировать как бы людей. Для того, чтобы вот к ордену прилагается определенное, скажем так, украшение, ну не украшение, а вот именно та геральдическая составляющая, и она нашла свои истоки на существующих символах. Вот если у нас вот лежит ленточка, вот эта черная, это означает геральдический символ орла, а орел – это уже герб Российской империи. А вот оранжевое поле, сначала было желтым, но я хотел здесь заметить, что оранжевые и желтые полосочки, они считаются разновидностью и золотого поля. Ну, золотое поле очень тяжело воспроизвести, только можно на гербе. А вот в ленточке как раз вот получились сначала желтые, а потом оранжевые. Они считают, это поле российского государственного герба. То есть получается, в общем, логически Георгий Победоносец, который становится символом преемственности от Великого княжества Московского к Российской империи, плюс, значит, орел нынешний, вот в изображении в черном таком цвете, ну и оранжевые или желтые, в данном случае оранжевые, вот, это оранжевое поле, которое, вот, собственно говоря, вот стало символом этого ордена, ну и вот то, что мы сейчас имеем в виду. Вот ленточка. Тогда была не ленточка, а лента была. Как вы считаете, для большинства людей это скорее такая модная тенденция, если 9 мая должна быть ленточка, или это действительно дань уважения? Дело в том, что в советское время вот эта традиция, она на какое-то время пресеклась. И уже в годы Великой Отечественной войны стало ясно, что надо возрождать и национальные геральдические традиции. И когда родилась в битве под Москвой гвардия, то как раз появились гвардейские ленточки, они чуть-чуть были видоизменены, но в основе лежала вот эта вот георгиевская вот составляющая. Затем появляется орден славы для солдат и сержантов. Именно только солдаты и сержанты в авиации могли этим орденом могли наградить и младших лейтенантов. Там тоже вот на орденской колодке мы видим, значит, эту георгиевскую ленту. Ну и когда Советский Союз выигрывал войну над Германией, я сейчас подхожу к вашему ответу, опять же, медаль за победу над Германией, там на орденской колодочке, там тоже изображена георгиевская ленточка. И если вы посмотрите у ветеранов 9 мая юбилейные медали, 65-й, 75-й, вплоть до нашего, там везде воспроизводится георгиевский формат. Ну и поэтому, когда в 2005 году праздновали очередной юбилей Великой Победы, то, ну, вот, скажем так, сомкнулась вот, цепь времен, сомкнулась, хотелось найти какой-то смысловой вариант, который был бы не чем-то придуманным, а учитывал и российские традиции, и советские, ну и был понятен современной молодежи, современным поколением. Вот таким символом стала георгиевская ленточка. И я помню, для меня это было сначала удивление, ну а потом, конечно же, георгиевская ленточка, она очень быстро стала завоевывать свою популярность. Ну, конечно, даже такое явление возникло, вот вы спрашиваете, дань уважения или мода. Конечно, нельзя исключать, что и мода, и, может быть, кич какой-то был. Вот, скажем, когда некоторые дамы подвязывали ленточку, скажем так, на сумочку, это считалось вроде как неуважением. Сейчас, в принципе, к этому уже привыкли. Помните, на автомобили, на антенны привязывали. Сейчас, в принципе, тоже к этому привыкли. Ну, прошло время, 10-15 лет, уже стало ясно, что здесь никакого неуважения нет, а есть привычность и узнаваемость образа. А первоначально был, конечно, такой вот психоз, вроде как, только надо вот носить официально, на костюме и так далее. Вот. Ну вот сейчас, вот, мне кажется, что в целом две вещи. Это и модно, в хорошем смысле этого модно, и в то же время это некое обозначение праздника и сопричастность к этому празднику. Ну и, конечно, с учетом того, что мы живем в неспокойное
геополитическое время – это некая принадлежность к русскому миру, к определенному сознательному выбору, что ты гражданин России, что ты помнишь победы своих предков, а это Кутузов, Багратион, Невский, Жуков, Василевский, ну и включая современные, значит, наши достижения. Ну и поэтому на георгиевскую ленточку, вы знаете, особенно там на Украине, еще где-то есть определенные гонения в Прибалтике. То есть, ну, ленточка сама по себе не виновата. Она теперь стала уже послом русских побед, русской миссии, российской, символом России, понимаете? Так что вот, повязывая ленточку, надо всегда помнить, что это сознательный выбор. Человек, может быть, даже не отдает себе отчета, но реально это так. Еще хотел сказать, что люди, которые до революции получали георгиевский крест, это были уважаемые люди. Вот в 1916 году в Шуйском уезде было 45 георгиевских кавалеров. Из них 12 жили в Ивано-Вознесенске. Это были уважаемые люди. И когда они возвращались в город, то в городской управе их, значит, принимали. А у нас была конфетная фабрика «Головина». Вот сейчас это «Красная заря». Они даже выпустили георгиевскую конфету в георгиевской упаковке. Там был изображен один из георгиевских кавалеров, представляете. Так что, вот если так покопаться, очень много интересных можно фактов найти, которые, ну, в общем, еще больше нас убеждают, что это все не случайно. Вот вы уже упомянули про ленточку на машине, да, кто-то на сумке вешает. Но ведь в последнее время доходит до того, что алкоголь украшает в магазинах пакет с майонезом, вообще куда угодно. Как вы к этому относитесь? Да, какая могу говорить? Я к этому, во-первых, никак не отношусь. А если брать образ, конечно, это плохо, это отрицание, это просто глупость. Или глупость, или, скажем, недалекость. Ну, или, может быть, какая-то политическая позиция за пределами вот этого исторического понимания. Конечно, нет каких-то вот строгих правил. Все-таки георгиевская ленточка – это не орден, не медаль. Нету какого-то статута или какого-то положения, нормативного акта, куда прикреплять. Это надо понимать. Но мы с вами разобрали смысл, большой смысл, исторический смысл георгиевской ленточки, вроде такой простенькой, да, то, конечно, принято ее прикреплять в район сердца, кто-то бантиком, кто-то петелькой, кто-то еще каким-то узнаваемым, приемлемым, ну, русский народ гораздо на придумке, но это все должно делаться с уважением. Мы когда вот 9 мая мы посмотрим, я по-разному, в общем-то, ленточка висит, обычно в районе сердца. Вот, это вот уважение, на лацкане пиджака, где-то вот здесь. Вот, ну, вот есть такие форматы, когда у человека короткополая рубашка, кто-то повязывает ее на запястье. Ну, сначала это тоже раздражало, сейчас люди уже вроде как привыкли. Ну, знаете, мы живем в эпоху постмодерна, и есть какие-то вещи, которые нас, может быть, как людей немного консервативных раздражают, но то, что вы сказали на бутылке или еще какие-то, это, конечно, недопустимо. Это просто оскорбление исторической памяти, и, ну, это просто негодяйство, я бы сказал. А как вы считаете, почему ленточка стала популярной именно вот в последние годы? Ну, я думаю, что Россия нащупала свое место, российская, новая Россия, российская Федерация нащупала свое место в современном мире, нащупала свою преемственность с предыдущими историческими этапами, с Советским Союзом в определенном смысле, с Российской империей, до имперским периодом. То есть возникло некое вот ощущение, что у нас одна большая история, нечего ее делить на какие-то участки, сталкивать друг с другом. Вот это хорошая история, это плохая, как иногда у нас есть у некоторых, там, у либералов свое, у коммунистов свое. Да нет, это все одна большая история. И вот когда вот это ощущение исторической преемственности возникло, то, вот, скажем, ленточка – один из показателей вот этого возросшего национального сознания. Вот. Ну и, конечно, нельзя не сказать тут и присоединение Крыма, и удачная Олимпиада в Сочи, победы в каких-то других отраслях. Конечно, время неспокойно. Есть у нас куча проблем, но вот эта ленточка, она символизирует, прежде всего, нашу память. То есть, если бы это было бы наносное, скажем так, искусственное, наверное, бы это было бы отторгнуто. Потому что, если можно попросить человека ходить на руках, можно, если он гимнаст. Ну, даже можно Олимпиаду выиграть, но всю жизнь это делать невозможно. Также вот все, что наносное, то, что оно искусственное, оно отторгается.
И вот ленточка, она, мне кажется, продолжает жить. И ну, попытки у кого-то заработать политический капитал, это, конечно, безобразно. Вот, потому что ленточка, это нас всех должна объединять. Вот, и павших, и живых, и тех, кто сейчас только родился, будущих россиян, мне кажется, вот я бы так ответил бы на ваш вопрос. Еще вот хотел уточнить по поводу символики цвета, потому что сейчас расхожее мнение, что черный – это пепел, да, это дым, ну, оранжевый – это огонь. Вот это когда такая трактовка появилась? Есть классическая геральдика, о которой я вам рассказал. Вот эти современные интерпретации, я вот тут, честно говоря, не готов, наверное, сражаться и объяснять любые сравнения, тем более они за пределами исторической науки. Если кому-то что-то кажется, ну, конечно, можно с этим... Я предлагаю не соглашаться с этим. Вот, я не говорю, что там что-то есть такое оскорбительное или что-то такое, ну, за пределами. Но учитывая, что это все-таки георгиевская ленточка, это все-таки исторический атрибут, исторический образ, то лучше, конечно, работать с классическими объяснениями классической геральдики, а не придумывать что-то такое, что потом сами объяснить не могут. Потом там через 20 лет еще что-то кому-то покажется. Я предпочитаю это услышать, но стараться не соглашаться. Если люди, которые это все придумали, или им это показалось, найдут какие-то убедительные аргументы, опять же, уходящие в историческое основание, ну, давайте их выслушаем. Но пока предполагаю вот, согласиться с аргументами Екатерины II. Тогда еще раз для наших телезрителей, да, разъясните черный все-таки, когда, черный, что значит черный? Да, черный цвет – это цвет, геральдический цвет орла. Вот, орел – это герб теперь уже и Российской Федерации, и Российской империи, двуглавый орел, который мы позаимствовали в эпоху великого князя Московского Ивана III. Благодаря в том числе его второй супруге Зое или Софье Палеолог. Вот. А желтый или оранжевый цвет – это разновидность геральдического понимания золотого цвета. Он присутствует. И это означает поле российского государственного герба. Поле – это вот то пространство, которое вот, значит, вокруг самого изображения. Это называется геральдики поля. Ну, вот, собственно говоря, все. Ну и сам Георгий Победоносец, Георгий, это вот стал неким символом уже России. Хотя хочу сказать, что Георгий присутствует и у мусульман, присутствует в некоторых других религиях, поэтому на нашей площади Победы все с удовольствием приходят и мусульмане, приходят и христиане для того, чтобы отдать, значит, уважение в честь всех людей, независимо от конфессии, религии, которые сражались за свободу нашей Родины. Спасибо вам большое. Пожалуйста. За очень интересную и содержательную беседу. Спасибо вам. В коллекции предметов, собранных Иваново-Вознесенским меценатом и фабрикантом Дмитрием Бурыльным, почти 1500 экземпляров – это различные виды оружия. И среди этого боевого арсенала особо интересный экспонат – крымско-татарское ружье. Подлинную историю данного предмета удалось выяснить лишь 2 года назад, причем совершенно случайно. Как это произошло, узнаете в нашей постоянной рубрике «История одного экспоната». Это оружие попало в музей вместе с ружьями Кавказской войны 19 века и, соответственно, считалось кавказским. В таком качестве оно числилось до 2015 года, пока в Иванове не побывал доктор исторических наук, арабист из Москвы Илья Зайцев. Проходя мимо этого ружья, он заметил надписи на арабском, тут же их прочитал, и выяснилось, что ружье это принадлежало крымско-татарскому хану Селиму III из династии Гиреев. Селим III являлся ханом в 1765-1767 годах, то есть до того, как Крым вошел в состав Российской империи. Причем это ружье входило в личную оружейную хана. Об этом свидетельствует соответствующая золотистая надпись. Выяснились и другие интересные особенности. В частности, оружие это 18 века, а курок на нем капсульный. Такие курки стали входить в обиход в Европе только 20-30-е годы 19 века, из чего специалисты сделали вывод, что данный ствол подвергался модернизации. Ружье это еще и нарезное, к тому же оно имеет вот в стволе канавки нарезов. И интересно, что нарезы прямые, а не косые.
не для того, чтобы пуля вращалась, а для того, чтобы нагар пороховой скапливался вот в этих самых канавках, и таким образом скорострельность оружия возрастала. Музеи уверены, что этот ствол произвели в Европе, и теперь перед сотрудниками стоит задача установить, из какой страны он родом. Важно отметить, со времен Крымского ханства сохранилось много документов, есть архитектурные сооружения, но почти не осталось подобных предметов. И это крымско-татарское ружье, некогда приобретенное Дмитрием Бурылиным, весьма редкий экспонат. Вот такая история. На этом все. Очередной выпуск передачи «Культурный слой» смотрите ровно через 2 недели. До новых встреч!